Меня зовут Анна, мне 34 года. Я инструктор йоги, и у меня свой курс по питанию Detoxy Life и энергопитание. На ретрите у Романа я первый раз, и это просто какие-то космические ощущения. Такого быстрого выхода в такие состояния, в которых мы здесь пребываем, у меня давно не было. Причем я сама веду тоже практики медитации, но, как сказать, даже психологу нужен психолог, поэтому гораздо круче, когда тебя кто-то ведет, тем более мастер с такой энергетикой, ты это чувствуешь, ты находишься в его поле. Состояния, в которых я побывала, если честно, сложно описать словами. Ну, то есть это состояние тотального счастья, любви. Ты понимаешь, что твое тело – это всего лишь, ну, такая крошечная частица, которая существует в этом мире, а ты на самом деле бесконечен, можешь расширяться просто до масштаба Вселенной, соединяться с чем-то божественным. У меня был такой момент уже в последней медитации, то есть сначала я побывала в состоянии адвайты, а затем я общалась на астральном плане со своим мужем, с которым мы не виделись уже 5 недель. И у меня получилось с его душой пообщаться. То есть это, естественно, это было не словесное общение, это на уровне мысли, форм, обмена энергией. Но это просто потрясающее чувство, которое, опять же, сложно описать словами. Это нужно каждому пережить хотя бы раз в жизни, чтобы понять, насколько мы бесконечны, бессмертны. И насколько мы вообще способны любить, любить этот мир, делиться с ним своей энергией. Вот очень благодарна за Роману за то, что я сюда попала. За тех людей, которые здесь оказались, потому что я думаю, что как минимум несколько новых друзей у меня появилось. Это тоже потрясающе, когда твой круг обновляется. Я думаю, каждый человек, который встал на духовный путь, столкнулся с тем, что в какой-то момент ты находишься в вакууме, потому что люди начинают отваливаться из твоей жизни, которые не понимают, куда ты двигаешься. И когда в твою жизнь начинают приходить люди с тобой, которые по пути, это, конечно, потрясающе. Благодарю.